Законодатели планируют утвердить единый перечень необлагаемых выплат по взносам и НДФЛ. Согласитесь, ошибок должно стать меньше. Этой хорошей новостью с нами поделилась Любовь Котова, начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых взносов Минфина России. На 2020 год поставлена задача перед Минфином синхронизировать перечень облагаемых и необлагаемых выплат в части НДФЛ и страховых взносов. Приглашаю вас на 8-ю Всероссийскую практическую конференцию системы главбух, которая пройдет 21 ноября. На конференции в 16 городах, а также в прямом эфире в интернете выступят ведущие эксперты России по бухучету и налогообложению. Чиновники и аудиторы дадут ответы на самые насущные вопросы бухгалтеров в режиме блиц. Никакой воды, только информация по делу. Участие бесплатное.